Христиане во многих странах мира объединились в международной молитве против антисемитизма и нацизма. Ее инициаторами выступили мессианские общины Санкт-Петербурга и Киева, а также молитвенное служение Кавказа «Приготовьте путь». Украинские церкви, присоединившиеся к молитве, благословляли Израиль и молились за спасение еврейского народа. В рамках молитвы в Киеве состоялась встреча представителей разных христианских конфессий Украины, на которой они обсудили вопросы современной истории и ее связи с Израилем, а также молились и благословляли еврейский народ. Один из инициаторов международной молитвы против антисемитизма и нацизма, Киевская еврейская мессианская община, в этот день молилась на своем субботнем богослужении, шаббате, а также на ночной молитве. Этому дню предшествовал трехдневный пост членов общины.